Всем привет! 17 января, пляж Дельфин, идем к судну Дельфи. Танкер Дельфи 21 ноября, 3 часа ночи, сорвало с якоря возле Южнинского порта во время шторма. Сила ветра была 12-15 метров в секунду, высота волны до 3 метров. И под утро судно выкинуло на пляж Дельфин. На судне находилось 3 человека, всех спасли, жертв не было. Характеристики судна таковы: 60 метров длина, 10 метров ширина, водоизмещение около 1600 тонн. Каждый день очень много одесситов приходят смотреть на это судно. Это стало временной достопримечательностью этого пляжа. Недавно в Фейсбуке я нашел инфу, что власти Одессы собирают деньги на поднятие судна. Планируется это мероприятие на февраль, на март. В зависимости, когда соберется определенная сумма